Поводья в Мариэл пройдет спокойно. Таковы прогнозы МЧС на предстоящий паводковый период. Вскрытие рек в нашей республике ожидается в середине апреля. По прогнозам, максимальный уровень воды не будет превышать среднемноголетних значений. Между тем, в региональном управлении МЧС отмечают, что резкое повышение температуры воздуха и увеличение количества осадков могут повлиять на характер весеннего половодья. Помимо погодных условий, на паводковую обстановку может оказать влияние и работа Чебоксарского гидроузла. В случае достижения критических значений уровней воды на реках республики, в зоне подтопления могут оказаться микрорайоны Ширейково и Красноармейская Слобода в Йошкар-Оле, а также северная часть столицы республики. Кроме того, в зоне риска дома, расположенные вблизи от реки Малая Кокшага в поселке Куяр, дома поблизости от реки Коноплянка в Волжске и село Кокшайск. В МЧС по Мариэл отмечают, что сейчас в республике работает межведомственная группа по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Проводится постоянный мониторинг ситуации на водных объектах республики. Определен состав сил и средств для ликвидации возможных происшествий. Что же касается самих граждан, то жителям подтопляемых территорий необходимо готовиться к встрече весеннего паводка заранее. Спасатели советуют очистить придомовые территории от снега, льда и мусора, освободить водопропускные канавы.